Я считаю, что на русском телевидении нету более важной программы, чем «Взгляд». Не было до и не будет уже после, потому что телевидение в этот момент совпало так с историей, с общественным вниманием, политикой, что вот это было состояние идеального газа. Это когда одна программа собирала всю страну раз в неделю в течение долгого вечера у телевизора и сообщала векторы смысловые, эмоциональные, какие угодно. Но более влиятельной программы, которая изменила страну, не было. Ну, сейчас такое время стилистически, не только стилистически, когда, в принципе, такая программа может легко появиться в интернете. Но если даже... Медиа сейчас не имеет такой роли. Сейчас время диффузных медиа. То есть понятно, что медиа будут трансформироваться и будут находиться, так сказать, разной степени эффективности формы. Но вот когда в одном месте миллионы людей смотрят, неважно, что это по телевизору, а просто важно, что в одно и то же время миллионы людей смотрят то, что они в принципе хотят посмотреть, потому что в значительной степени «Взгляд» каждую пятницу выдавал следующую порцию. Люди хотели, чтобы им рассказали, а теперь про это можно, а теперь про это. А сейчас потребность совсем разная, у людей разные потребности. Люди очень индивидуализировались и в восприятии медиа. Поэтому телевидение не играет такой роли, как тогда, и, наверное, уже не будет играть. Да, сказать, медиа никуда не денутся, люди нуждаются в медиа. Они нуждаются в общих темах, в общей информации, в общем обсуждении. Но тогда как... Это так просто совпало. Иногда в некоторых странах такого и не бывает, так не совпадает. Нам с тобой повезло, что мы приняли участие в неком тектоническом взрыве.